К другим темам. Международное агентство Standard & Poor's, входящее в мировую большую тройку, повысило прогноз суверенных рейтингов России до уровня «стабильный». Как говорится в распространенном сообщении, поводом для этого послужили, в частности, позитивные изменения в экономике. По данным агентства, в ближайшие 2 года рост ВВП может составить более 1,5%. Положительную динамику отмечают и в Центробанке. Как заявила Эльвира Набиуллина, в нынешних условиях регулятор не видит причин для резких колебаний курса рубля. И сегодня же Банк России опустил на 0,5 ключевую ставку. Теперь она составляет 10% годовых. Этот показатель влияет на доступность кредитов и доходность банковских вкладов. Впрочем, о перспективах дальнейшего снижения ставки в руководстве Центробанка говорят с осторожностью. Динамика показателей экономики очень неоднородна, и говорить о переходе к устойчивым темпам роста пока рано. Для того, чтобы инфляция продолжала и дальше уверенно снижаться к 4% в конце 2017 года, денежно-кредитные условия в экономике должны оставаться умеренно жесткими. В этих целях необходимо сохранение ключевой ставки на уровне 10% как минимум до начала следующего года. Мы будем рассматривать возможность ее снижения не ранее первого-второго квартала 2017 года.